Общая средняя школа номер 5 имени Максима Горького. 9 класс. Химия. Тема урока – хлор. Учитель – Усманова Дильфуза Турдикуловна. Цели обучения. 9.2.1.9. Описывать химические свойства хлора, взаимодействие с металлами, водородом и галогенидами. Критерии оценивания. Понимать, что хлор является сильным окислителем. Составлять уравнение реакции хлора с простыми веществами. А металлами – железом, медью, натрием. Б – неметаллами, водородом. Получение хлора. Ознакомьтесь, пожалуйста, с видеоматериалом. Laboratory preparation of chlorine. Apparatus required. Tripod stand, burner, round bottom flask fixed to a clamp, thistle funnel, delivery tubes and gas jar. Chemicals required. Potassium permanganate, water, concentrated sulfuric acid, concentrated hydrochloric acid. Arrange the apparatus as shown. Add a few drops of concentrated hydrochloric acid to the potassium permanganate solution through the thistle funnel. Observe the reactions that take place. 2KMnO4 plus 16HCl gives 2KCl plus 2MnCl2 plus 8H2O plus 5Cl2. Chlorine is collected by the upward displacement of air as it is heavier than air. Физические свойства хлора. Хлор – газ желто-зеленого цвета. Термически устойчив. При насыщении охлажденной воды хлором образуется твердый клорат. Хорошо растворяется в воде, в большой степени подвергается дисмутации. Растворяется в тетрахлориде углерода. Плохо растворяется в насыщенном растворе хлорида натрия. Не реагирует с кислородом. Сильный окислитель. Температура кипения – -34,1 градусов Цельсия, плавление – -101,3 градусов Цельсия. Сосуд с хлором опускают медную проволоку, петля которой накалена в пламени горелки. Происходит бурная реакция между медью и хлором, в результате которой образуется хлорид меди 2. Последний растворяется в небольшом количестве воды, находящемся в сосуде. Химические свойства хлора. Хлор реагирует с простыми веществами металлами. Хлор взаимодействует с простыми веществами неметаллами. Так, при взаимодействии с фосфором и серой образуются соответствующие хлориды, с фтором фториды, с водородом хлороводород, с кислородом оксиды и так далее. Хлор способен вытеснять бром и йод из их соединений с водородом и металлами. Хлор способен растворяться в воде и щелочах, при этом происходит реакция диспропорционирования хлора, а состав продуктов реакции зависит от условий ее проведения. Применение хлора. Хлор нашел широкое применение в различных областях промышленности. Так его используют в производстве полимерных материалов, поливинилхлорид, отбеливателей, хлорорганических инсектицидов, гексахлоран, боевых отравляющих веществ, фосген, для обеззараживания воды, в пищевой промышленности, в металлургии и так далее. Примеры решения задач. При взаимодействии хлора с водородом образовалось 0,25 моль хлороводорода. Определите объем хлора, который потребовался для этого. Рефлексия. Достигли вы цели?
с какими трудностями вы столкнулись. Предложите одно действие, которое улучшит вашу работу на следующем уроке. Спасибо за внимание!